Ну что, готовы узнать, как дела у четвертой матрицы? Тогда погнали! После завершения съемок в Сан-Франциско в конце марта 2020-го планировалось продолжить съемки в Берлине, но из-за пандемии 16 марта студия Warner Bros. Заморозила съемки «Матрицы 4». Тайгер Чень, постановщик боев, и команда «Матрицы» улетают домой 21 марта 2020-го. А это общие фото команды четвертой матрицы с Киану Ривзом и Кэрриан Мосс. После временного прекращения съемок долго не было никакой информации, ни фото, ни видео. Но где-то в районе 4 апреля нашелся наш Нео. Был замечен в Малибу, Калифорнии, в ресторане «Нептун». Также в период пандемии стало известно, что дублер по первым трем частям Ривза Чад Стахелски, который также известен как режиссер трех частей Джона Уика, будет принимать участие в хореографии и постановке боевых сцен четвертой матрицы. С собой Чад прихватил Дэвида Литча, тоже бывшего каскадера, который режиссировал первого Уика, Дэдпула, спин-офф Форсажа, Форсаж Хоббс и Шоу, а также фильм «Взрывная блондинка». По словам Чада, режиссер матрицы задумала безумные трюки, и Чад знает, как воплотить их на экране. В общем, их призвали помочь с боевой хореографией, а также тренировками актеров и каскадеров. По словам Стахелски и Литча, они уже, оказывается, успели поработать над сценами, снимавшимися для четвертой матрицы в Сан-Франциско еще до приостановки производства из-за карантина. Многочисленные источники сообщают, что актерский состав четвертой части научно-фантастической франшизы Ланы Вачовски подписал продление на 8 недель, чтобы удержать актеров по крайней мере до 6 июля. То есть пока что планируют возобновить съемки примерно к этой дате. Исполнители ролей Нео и Тринити в недавней беседе с журналом Empire рассказали о своих впечатлениях от сценария «Матрицы 4». Актеры, что довольно ожидаемо, не могут нарадоваться на продолжение истории, которого никто из актеров по их искреннему признанию не ожидал. Вот слова Кэрриан Мосс. «Никогда не думал, что это произойдет, но когда мне представили сценарий именно в таком виде, со всей глубиной, ценностью и мастерством, я сказала, это настоящий подарок. Это было очень волнительно». Ривз подтвердил слова коллеги, ну и как вы помните, он уже называл сценарий потрясающим. Также он сказал следующее. «Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и придумала бесподобную историю, которая мне созвучна. Это единственная причина сняться в продолжении. Здорово снова поработать с ней. Это действительно нечто особенное. Я думаю, нам есть что рассказать из этой наполненной смыслом истории». В период карантина Киану Ривз не сидел на одном месте и был неоднократно замечен со своими мотоциклами фирмы Arch Motorcycle. В последний раз это было 12 июня 2020 года в Калифорнии. В общем, ждем возобновления съемок. И под конец ложка дегтя. К сожалению, студия приняла решение о переносе даты премьеры четвертой матрицы с 21 мая 2021 года на 1 апреля 2022. Ну и как вы понимаете, это не конечное решение, и может быть оно будет изменено. Ну а у меня пока что все, и спасибо за просмотр.